It's getting kinda hard meeting everybody's needs. I know it from the start. Окей, что скажешь по поводу нового обновления? С каждым сезоном все больше ощущается, что сервера, так сказать, уже не справляются с нагрузкой. Но FPS просел, очень сильно не понравилась отдача. А на каком оружии? А на всех. Ну, на некоторых, конечно, еще более-менее, но на некоторых вообще, шок контент. Невозможно играть. Так. Надо привыкать, а времени нет. Патч за 2 дня с отдачей вообще никак нельзя делать перед пролигой. Ну, слушай, а какая разница? Это же для всех одинаковые условия. Все равно, обычно есть какой-то, так сказать... межсезонье. Идеально было бы выпускать патч тогда, когда у тебя будет еще хотя бы неделя или две перед каким-то важным турниром. Или лигой. Правильно? Угу. Ну а тут сделали, конечно, как-то все неправильно, как мне кажется. А что понравилось? Ну, реплей, наверное, только и все. Ну что, Данила, у нас вышел новый патч. Как тебе данное обновление? Ну, как вы можете видеть, у меня глаза на мокром месте. Это все слезы счастья, потому что наконец-то мне приятно играть в игру. Вот мы с ребятами собираемся, играем ранки, получаем невероятные эмоции, удовольствие. Добавили оперативника, он просто шикарный. Также мы с ребятами еще ждем переработать Гоя и Милуси, потому что это поменяет мету кардинально. Вообще все изменится. Еще можно Аруни ворота забрать, одни футбольные вот эти. И все будет отлично. Что можно сказать по поводу античита на трансляции по поводу вот этих всех обновлений великолепных? Разработчики сидели, говорили, что они прям, можно сказать, 90% работников говорили на античит, но что они с ним делают, они нам не скажут. Так что остается только надеяться, что в ближайшее время он как-то обновится, улучшится, потому что состояние читаков в данный момент в игре очень плачевное. У тебя новая дисциплина? Да. Как называется? Пизда сейчас мне будет, вот как называется. Боже, ну дашь отзыв хотя бы? Да я не могу, ко мне чел залетел, если он меня сейчас выебет. Он тебя выебет? Ты уже можешь, в принципе, L4 нажимать. А что ты главе-то стоял? На экране вы видите человека, который посмотрел новую обнову. Скачал и установил. Открыл игру. Теперь он там. Там новый патч вышел в игре, по которой ты киберспортсмен. Официально. Это задокументировано. Отзыв, пожалуйста, на патч. Можно какой-то услышать содержательный? Не, ну как там, поменяли отдачу. Так. Отдача более-менее нормальная, но на некоторых пушках она слишком сильно горизонтальная отдача. Горизонтально? Что не есть хорошо. Горизонтально это когда, да, понятно. Бока, а разве настоящее оружие имеет горизонтальную отдачу? А я не стрелял с настоящего оружия, только с пистолета. У пистолета нет горизонтальной отдачи. Но мне нравится то, что не изменили отдачу. Это даже, это нормально. Можно так делать. Но нельзя делать это за 2 дня до старта крупной лиги, которая очень важная. И на кону очень многих команд стоит очень многое. Ну, тавтология, ничего страшного. Вы видели только что произошло, поэтому тут в моей голове сейчас происходят очень плохие вещи. Дальше. Они добавили новую карту для ранкеда, но это нас не особо интересует, потому что, мы про компетитив разговариваем. Они добавили нового опера, но пока что на нем нам тоже нельзя играть, так что мы пока что баловались только в ранке. Ну как, только Данила баловался. Опер прикольный, но еще на нем нельзя будет 6 месяцев нам играть. Что дальше? А как у тебя монитор называется вот этот? Aorus KD25F. Очень хороший монитор. Идем дальше. Спасибо. Вот, следующий пункт. Ящик там на какой-то карте добавили. Да, на клубе добавили ящик. Кто просил, не знаю, но, видимо, решили так усилить защиту на клубе. Я больше никак не могу сказать, потому что это усиление. Защитить теперь гораздо легче мансовать в подвале. Да, то, что с новым сезоном пришло немалое количество багов, которые, надеюсь, в следующем микропатче будут понершены, пофикшены, да и все. Не, в принципе, патч хороший, просто надо было его выкатить, так сказать, на недельку-две пораньше. Или попозже. Нет, пораньше. Ну, надо было пораньше его выпустить, чтобы за эти 2 недели проработать, вообще понять, что не так работает, как надо. Потому что сейчас и реинфорсы вернулись. Раньше ты реинфорсил их быстрее, теперь они вернулись к старому формату, ты реинфорсишь 5 секунд, что не есть хорошо. Как бы слетело то, что они до этого улучшали. Хоть уже и этот патч был на ТТС, что называется тестовый сервер, что как бы уже априори должно быть нормальным на обычном сервере. Но, видимо, что-то идет не так каждый раз. Бывает. Правильно? С кем не бывает.
Такие дела, дорогие друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете о новом патче, о новом герое. Да. Буткем только начинается. Скоро что выйдет значит? 500 новых видосов, плюс-минус. Ну, плюс-минус 500. Всем пока. Лицо. Рука. Сейчас пока.